Всем привет! Мы находимся в населенном пункте, дачный поселок Ромахина по адресу Добрянский район, Пермский край, проспект Чусовской, строение номер 1. 23 февраля мы сделали открытие местного клуба, в котором провели 2 дня рождения Саши Молочного и Валеры Раса, а также провели праздник 23 февраля, День защитника Родины. Предлагаю для просмотра вам, как все это происходило. Всем привет! Успехов! Интересное. Да, на видео. Да здравствует Ромахина! Ура! 23 февраля. Праздник. День защитника Отечества. Праздник начинается, основная часть, 14:00 по адресу Чусовской проспект, строение номер 2. Показываю, чтобы вы не ошиблись. Вот это коричневое здание. Здесь будет проходить праздник. Пожалуйста, не опаздывайте, все в 2 часа ждем. Народ готовится! Празднику 23 февраля. Вот они наши, бойцы невидимого фронта. Вот они, вот они. Принцессы наши. Местного разлива. А вот принцы, вот принцы. А вот король, Саша король. А вон Игорь. Здорово, Игорь. Потихонечку, полигонечку музыка начинает играть. Люди начинают приходить в праздничное настроение. Танцор диско начинает свой танец. Все готовятся. Слюна начинает выделяться. 23 февраля. Начинаем праздник. Кто надо, тот пришел. Кто надо, тот пришел. Все, ребята, падаем на скамейки, налегаем на столы. Я спрашиваю. Говори. Валерий, слушай, я не знаю, как тебя получить. А какая разница? Виталий. Все равно забудешь. Нет, это я не забываю. А ты обязательно снимать, да? Да. Могу, да. Для истории. Подождите, дайте мне сказать, пожалуйста. Я не забываю. Не забываю. Это обязательно снимать, да? Да. Это как спасибо. Подождите, дайте мне сказать, пожалуйста. Я не забываю. Я сейчас готовился. Думал, так вот. Поправить, по-простому будет. У нас наш фотки. Я думаю, что у тебя уже это не осталось. Вот это Это вообще что? Это мы все поправим. Олежка, такой раз. Олег, такой раритет вообще. Слушайте, короче, мы с праздником вас поздравляем солдатским, но видеть всегда вас хотим только в штатском. А если уж в форме, то только в спортивной, для бега, футбола и жизни активной. Желаем жить всегда на взлете и в личной жизни, и в работе. Так, у нас, значит так, у нас
Мне очень понравилось, мы с Валерочкой хохотали, так Олежка сбросил, ну, как всегда, у него же свой юмор. Да-да-да. Неисправимо неподражаемый. Да. Когда он сказал, что подарок, который, значит, выпить нельзя, он ня. Вот. Херня. Поэтому пьющий мужчина. Оп. Типа, дед сказал, если бы просто оттуда не выйти. А когда я животный, это я на Сашу Рубич сказал. Дед, там фраза, спасибо. Там фраза такая, дед сказал, если подарок выпить нельзя, то это хуйня. Там все там разорвало, пусть там все там разорвало, лишь бы не было войны. Теперь я немножко прерву, давай. Мой спич. Да, миллиметр. Не понял. Прекрасным именем мужчина звучит и мужество, и честь. Быть вдохновенным без причины, мечта и ум, все это есть. Уметь любить, дарить нам счастье, порой непостоянным быть, то уходить, то возвращаться. И в то же время нас любить. Пусть Бог оберегает вас всегда от лжи, предательства, обмана. Пусть будет благосклонна к вам судьба. Жизнь будет полной, без изъянов. И пусть звучит всегда слова о вас единственных, любимых, о тех, кого природа назвала прекрасным именем мужчина. Вот сегодня праздник не мужской, но давайте выпьем за наших любимых женщин, все, ради которых мы живем. Спасибо за подарки, огромное, нежданное, негаданное, это втрое приятно. Да. Поэтому стоя, встали. Мужчины стоя за любимых женщин. Шайката, полковник команды. Пальчик так. Пальчик категории. Зинец категории. Как офицеры. Давайте. Ретрактное ура! 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 Смотри на моих бойцов, целый мир стоит их лицо. Вот застыл батальон в строю, сколько старых друзей узнаю. Пусть мне 25, трудный путь пришлось пройти. Это те, кто поднимался, как один, перебрал Берлин. Нет России семьи такой, не памятен был свой герой. А дальше помнит базы, мы за руки, последний путь проводят нас. Родных и близких и стихи, не вернется, и не приедет повести, что сына больше не вернется, и не приедет повести, и будет карточка пыли. Прошедший день в военной форме при погонах.
Кузьке Дубой, другой в Севастополе. Иван Кириллов. Иван Макрополов вообще пропал без вести, без вести. Я их не видел. Мне это очень обидно. Но они положили свои жизни, чтоб я жил. Поменим всех. Поменим всех. Поменим всех, кто не вернулся с войны, кто вернулся, но уже тех, которых нет. Еще из армии, что кто не вернулся, да. Не обязательно с войны. Всех наших героев, кто всех наших. Да, всех, кто это самое. Чтобы не повторилось вот этого, что да. Было, чтобы никогда этого не повторилось. Грамма в сердце построю смелыми. Повезет сердце в Ромахе на выходные. Хорошо, солнце светит, ветер дует, а народ в Ромахе гуляет. Всем привет!